Мы будем сегодня тестировать две плойки. Экстравагантность, наш конек. Всем привет! Сегодня будем рассматривать две новые плойки. Это вот таким образом они выглядят. Это Ягуар и Гамма. Они все новые, недавно приехали. Расскажи, Алла, сколько они стоят? И расскажи характеристики вообще. Ценовая политика Ягуар 1450 гривен. Ценовая политика Гамма 865 гривен. Да, расскажи, что они в трех цветах, кстати, бывают. Да, бывает малиновый еще и фиолетовый. Очень классный дизайн, отличается пластины под цвет провода. Это очень хорошо. Первый раз, кстати, такое вижу. Мы имеем тут 6 температурных режимов. От 130 до 230. Угу. Также у нас дисплей на... LED. LED, да. Ягуар у нас механический. Да. Вот. От 60 до 230 градусов. Они обе плойки до 230 градусов. До 230 градусов, да, максимально. В Гамме у нас турмалиновое покрытие, в Ягуар у нас керамика. Да. И плавающие пластины. На ощупь Ягуар намного мягче плавает, намного удобней. Угу. Что касается длины, в Гамма версии у нас длина самого пластины, вот даже вот так начинается, намного удлиненная, чем у Ягуара. Да, это комфортнее при накрутке очень длинных волос. Угу. Но что касается вообще в принципе удобства крутить волосы, то когда утюг закругленный, да, это комфортней. Угу. Так. Как что? Ты мне сказал, что в Гамме можно намного ближе подобраться к карману. Да, тоньше. Да. Я понял. Шнур у них у Ягуара 3 метра, а у Гаммы 2,7. Да. Кстати, расскажи то, что у обоих, кстати, через 60 минут отключение автоматическое. Да, да, моя любимая функция, если да, вы помните. Да, да. Маховик, который крутится на 360 градусов. Угу. Имеется петля, на которой можно удобненько его подвешивать. Да. Также в Гамме есть блокиратор, который удобен. Для транспортировки. Вот. И в Ягуаре нет такой петли, но есть очень удобная такая липучка, которую мы можем сложить провод наш, завязать. Да, я понял. Кстати, мы уже процедуру сделали. Расскажи, пожалуйста, что мы изначально как тестировали? Сегодня мы нашей Жанне сделали прикорневое гофре мелкое, чтобы посмотреть силу выравнивания утюгов на температуре 200-210 градусов. Да. Мы подбирались под самый корень и как бы выравнивали его. И смотрим сейчас на результаты. Так. С левой стороны, напомню, что у нас было. Вот здесь у нас была Гамма, здесь у нас был Ягуар. Ягуар, да. Да. Что ты скажешь по работе? Какая сторона лучше? Мне больше нравится Гамма. Вот это поворот! Гамма, которая стоит 865 гривен. Да. Почему? Она ближе подошла к корню и лучше выровняла его. Угу. По ощущениям, что лучше скользит по волосам? По волосам скользит лучше Ягуар. Mm-hmm. То есть, если смотреть на длину самих волос и в комфорте работы, то Ягуар лучше. Mm-hmm. И на каких температурах мы работали плойки? Повторюсь, 200-210. Mm-hmm. Коробки, кстати, вот в таких коробках они упакованы. Вот так вот. Какие еще у тебя будет примечания, кстати? Ценовая политика между ними такая небольшая, но кто выиграл сегодня, на сегодняшний день? Для меня сегодня выиграл Гамма. Потому что он под цвет твоих волос? Только именно поэтому. Нет, потому что он в данном виде работы комфортнее. Если бы мы крутили сегодня волосы, я уверена, выиграл бы Ягуар. Я понял. Хорошо, спасибо тебе большое.